Здорово всем, с вами я, Остап Бендер, и сегодня я решил поиграть в одну игрушку. Скажу вам честно, это моя была самая первая игра на компе. Как только мне купили мой комп, это первая игра, в которую я играл. Давайте, наверное, тут попробуем в нее немножко погонять. Именно от этой игры у меня есть страсть к гоночным симуляторам. О, одна гонка у меня тут уже, оказывается, завершена. Надеюсь, я вспомню тут управление. Так. Сейчас глянем. Да, ладно, я тут с опозданием начал, но... В принципе, ничего страшного. Я думаю, нормально сейчас тут все будет. Попробуем тут сейчас погонять. А чё, в принципе, и нет-то. Я все-таки... Ох ты ж! Блин, это, наверное, больно. Да не, это не наверное, это точно больно. Да, конечно. Это был еще довольно простой гоночный симулятор. Позже я перешел на такую игру, как Need for Speed Most Wanted. Да. Тут, конечно, такая карта, что просто... Так. Вспомнить бы, на какую папку тут ускорение. Так. Так, ой-ой, что-то я не то сделал. Так, нет, это менять, видите? Да, так. Ох, да, я не помню, на какую тут кнопку. Ох ты, оказывается, вот сюда. Все, ребятки, я снова первый. Точнее, как, я вначале первым не был, но сейчас я первый. В принципе, игрушка такая веселенькая. Потом покажу вам такой режим. Просто можно там веселиться напролет. Даже парочку режимов покажу тут. Они такие довольно веселенькие. Правда, не уверен, что смогу там занять хорошее место, так как все-таки... Там парочка режимов есть, которые с гонками не особо связаны. Кстати, как насчет устроить бабах? Сейчас как шандарахнет. Блин, гасва. Ладно, на третьем круге впишусь в самолет, чтобы он взорвался. Потому что... Скажу вам честно. Я примерно помню карты, но... Да. Кстати, можно тут даже в футбол играть. Да, тут футбол, конечно, тема довольно жесткая. Так, давайте, наверное, сменим вид. Так, нет, это я не то жму. В принципе, вот так вот выглядит это корыто, на котором я гоняю. Сжигаем всю нитруху для басухи. Так, давай. Гасва, я не доехал до этой штуки. Ну ладно, давайте сейчас покажу вам такой режим. Тут какие-то эти... Может, как-нибудь поиграю потом еще в нее. Так. Кстати, у меня тут кубок. Я тут занял. О, открыто соревнование. Так. Давайте так не в карьере. Так, одиночные. Заезды, в принципе, ничего тут интересного. Трюки потом тоже покажу. Так. Давайте, наверное, вот такую штуку выберем, и надо выбрать что-нибудь попрочнее. А, тут для разных, это, так сказать, своих карт. Я не понял. А, ну все понятно. Это мне нужно сменить профиль. У меня не все открыто тут. Кстати, тут можно как-то постигнуть, но по сети, скажу вам честно, я тут как-то запускался один раз. Так. А давайте возьмем что-нибудь поновее, поприкольнее. Давайте вот этот возьмем танк на колесах. Скажу вам честно, это просто режим такой. Самый, что ни на есть, веселый.
Да, главное тут не перевернуться. Сейчас вам покажу, что тут надо делать, собственно говоря. Ой-ой-ой, кто-то уже тут отъехал. Да, вот так вот, а. Так, надо сейчас кому-нибудь, да. У нас один товарищ уже отъехал. Осталось семеро. Так, чувак, я иду к тебе. Ох ты ж, надеюсь, это ж я его взорвал. Так, стоп, вы где, ребята? Ох ты ж. Блин, я сам себя покалечил. Это просто ужас. Да. Как говорится, дурак и на ровном месте лоб расшибет. Ох ты, как-то они взорвались. Давай, 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 давай! А ты тоже еще живучий, подлец. Ну, я поэтому взял, потому что они тут такие живучие. Чувак, в общем-то, в дребезги. Надо сейчас... Как видите, 36 секунд до удара. Если я не нанесу удар, то, мягко говоря, я вылечу из гонки. Вон, красненько, красненько. Отлично. Минус один. Так, вот. Так, стой. Стой, корыто. Да, корыто, стой ты. Где это корыто? Отлично, корыто взорвали. Сейчас попробуем тут. Вот еще корыто. Так, этому корыту. Еще так. Вот так. Блин. Ну, я косой, одним словом. Попасть надо, стой! Стой, дура! Ты куда делась-то? Круто! Мне сейчас надо в этого чувака попасть. Теперь он в меня попал. Чувак. Тебе каюк консерва. Хоть у нас хп и, ну так, более-менее... Ой-ой-ой, надо сейчас сделать разворот и как-нибудь в этого редиску вписаться. Так. Стой, мерзавец. Да ты, так сказать, это, долго тебя еще ждать? Где ты? Да, блин, сейчас вылечу. Надо срочно, давай, давай. Раз, 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 удар, 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 ну-ну-ну. Да, сука. Вот они тут так бегают. Давайте-ка еще раз повторим. Мне, знаете ли, повторить. Так, все, я снова с вами. У меня тут... Небольшая хренотень случилась, игра свернулась, но я снова с вами. Так. Сейчас мы устроим им какую-нибудь мясорубочку. Ох ты ж, ей, эпическая сила. Так, стой, стой. Да, чё ж ты будешь-то делать со всем этим? Они еще так орут. Помяли этой бабе там передний бампер. Блин, как это прозвучало, как-то не так. И не только передний бампер помяли. Ух, блин. Надо хоть кого-нибудь взорвать будет, а то... Так, по кружевому счету... О, отлично, чувак, ты взорвался.
да. Надеюсь, я не буду сейчас так косить. Да, стой ты. И липецкая сила меня уничтожили. Так. Давайте в меню вернемся. Да, так, ладно. Один игрок, так. Есть еще тут такой режим, который мне очень нравится. Гараж, так. У меня здесь довольно дохрена машин. Давайте ее опробуем. Я уже показывал, что тут можно делать. Так, сейчас. Меню вид. Можно не только тестировать скорость, я тут нашел еще способ, как их разрушать. Скажу вам честно, периодически я это делаю. Такая ностальгия. Давай, шифт на шифте, на шифте, на шифте. Ой-ей, вы это видели? Так. Наверное, лучше стоит сменить вид. Все. Гляньте на это чудо. У этого чуда уже нету. Так. Половины. Жалко, тут нету поворота камеры. Можно было бы осмотреть, как она спереди выглядит. Но я думаю, это мы посмотрим. Кстати, вот эта машина тут является самой такой по минимуму прочной. Ну, перед еще более-менее. Сейчас тут есть. Я помню, как-то тут машину расхреначил так, что у нее был только чисто низ горящий, ни сиденья уже, ничего такого видно не было. Вроде одного колеса даже не было. Так, сейчас ускоряемся. Давай, ускоряйся. Да, в принципе, сейчас было медленно, поэтому не особо интересно. Так, нет, надо ни труху сейчас не тратить. Нужно устроить сейчас хорошенький разгончик, да. Конечно, скажу вам честно, игрушка просто великолепная. Рекомендую всем поиграть, помогает расслабиться. Круто. Как-то она что-то разрушается не очень. Мне нравится, как она разрушается. Давайте возьмем другую машину. Кстати, я тут нашел еще один такой прикол. Ну, как прикол. Конечно, он может не показаться таким приколом. Давайте вот эту опробуем. На полигоне. Машину. Здесь можно улететь за карту. С этих трамплинов. Да. Вот так оно и бывает. Еще я помню, тут покажу потом машину, которая очень хорошо летает. Да. Так, давайте сделаем вот эту клавишу, чтобы назад нас откинуть. Скажу вам честно, такая штука. Сука. Так, давайте это подождем, пока сейчас полосочка нитро дорастет. И будет, мягко говоря, полная. Короче, ладно, похрену. Вот так норм. Главное сейчас это... Управляемость на скорости у них не самая хорошая. Покажу одну машинку тут. Она летает вообще просто великолепно. Ну, сука, блин. Я давно уже этим просто так не занимался, что просто, скажу вам честно, мне сейчас попасть очень тяжело. Вот так вот, а хопаньки. Ну, тут это был уже скорее... Вот, все, вылетело. Я добился своей цели. Давайте сейчас вам покажу тут один агрегат, который, мягко говоря, настолько хорошо ворочается, настолько это сочно делает. Так. А он у меня нету. Так сказать, я его не купил. Так. Давайте, вот она, агрегат этот. Да, тоже такой джип. Такой в стиле Бэтмена. Не знаю, почему именно Бэтмена, но... Я его тогда назвал Бэтменом. Но разрушается он вообще тут просто на... таком удовольствии. Ну вы гляньте, просто любо-дорого смотреть. Такой краш-тест. Сейчас ему устроим. Да. Скажу вам честно, не пробуйте такое делать никогда в реальной жизни.
потому что это, мягко говоря, может закончиться довольно плачевно. В принципе, сейчас тут особо ничего интересного не было из полетов, но этот Бэтмен способен показать порой такие кренделяхи, что просто можно... Ну и вы гляньте, конечно, никому не хотелось бы пожелать попасть в аварию на таком грузовике и так переворочиться, но, конечно, тут это очень хорошо реализовано. Да. Просто ух. Огонь машина. Да, ну как-то сейчас она не особо уж хорошо полетела. Надо, наверное, взять побольше скорости. Так. К тому же тут еще есть такая хренотень, как на управляемый занос. Правда, блин, я не помню тут еще особо ничего интересного. Но я в основном в этой хренотени убивал время. Очень много времени я тут потратил, потому что, блин. Ну вы это видели. Полет просто. Так сказать, 3 часа полет отличный. Кстати, я же обещал еще вам сегодня футбол показать. Да, ну тут, конечно, скажу вам честно, после такого столкновения машина как бы выжить не должна была, а должна была потерять двигатель. Но сейчас... Ну ладно, еще парочку таких полетов на трамплине. И отправимся играть в футбол. Хотя ладно, я думаю, это уже наверняка наскучило смотреть. Давайте в футбол. Так. Где мой футбол? Так. О нет, не то, так. Один игрок. Так, одиночный трюк. Вот это я понимаю, то, что надо. О! Конечно, тут есть где блинчики, скажу вам честно. Эти блинчики делать, это вообще было просто дикий ужас. Так. Давайте все-таки посмотрим учебник. Потому что, скажу вам честно, я не помню уже, как тут управлять. Но хотелось бы, чтобы все прошло нормально. Так. Нажимаем на какую-то кнопочку и... Наш персонаж летит через огненные кольца. Через лобовое стекло. Ребят, ну скажите, это ли не пиздец ли какой-то? Так. Блин, я еще не помню, на какую кнопку тут летать. На какую кнопку водителя отправить? Сейчас попробую наугад тыкнуть. Так, давайте еще раз попробуем повторить. А, вот оно как. Все, я понял, давайте сейчас повторим состязание. Я понял, на какую кнопочку тут выбрасывать персонажа из лобовухи. Да, сейчас он полетит. Полетит, как этот. Как Недо Бэтмен. Не, ну на полет Бэтмена это явно не смахивает. Ну блин, это, наверное, было очень больно. Ну ладно, ребят, давайте на сегодня нам садизма хватит. Поэтому, ребят, если вы не хотите, чтобы... Блин, если вы не хотите, чтобы ваш персонаж, ну то бишь вы в жизни так в аварии полетали, как я там полетал, то не ленитесь, поставьте лайкосик этому видео. Оформите подписочку на мой канал. Ну а с вами был я, Остап Бендер. Всем спасибо за внимание. Всем пока, братюни.